Городской суд Санкт-Петербурга признал законным отказ в возбуждении уголовного дела об отобрании у гражданки Таджикистана Зарины Юнусовой ее пятимесячного сына Умарали Назарова, скончавшегося в специализированном медцентре. Суд Петербурга отклонил апелляционную жалобу на отказ Следственного отдела по Адмиралтейскому району Главного следственного управления Следственного комитета России возбудить уголовное дело в отношении сотрудников УФМС и полиции, причастных к изъятию в октябре 2015 года у Зарины Юнусовой сына, который менее чем через сутки скончался в больнице от вирусного заболевания. Причиной смерти эксперты назвали смешанную вирусную инфекцию цитомегаловируса и парагриппа. Проводить независимую экспертизу причин гибели мальчика власти Таджикистана не стали. Следственный комитет в октябре 2016 года прекратил дело по факту смерти ребенка, не обнаружив события преступления. В уголовном преследовании изъявших ребенка сотрудников полиции и ФМС было отказано. Адвокаты Юрий Серов и Ольга Цетлина настаивают, что силовики не имели права разлучать младенца с матерью.